В гости к дачникам. Такая работа, особенно когда в регионе введен особый противопожарный режим. Он означает полный запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухостоя, проведение любых других работ с применением открытого огня. И почти все дачники об этом знают. Вообще мы собираем у нас мусор, и собирается, и в мусоросборники складываем. А сжигать с 1 числа вообще запрещено, это все знают. Это еще с прошлого года. Судя по всему, далеко не все знают. Здесь что-то жгут в металлическом баке. Запрещено, еще раз напоминает инспектор, выдает памятку и выписывает штраф. В условиях особого противопожарного режима штраф для гражданина от 2 до 4 тысяч рублей. И такие штрафы только за первые несколько дней мая уже получили около 120 человек. А ведь эти 2, 3 или 4 тысячи рублей в дачный сезон явно не лишние. Денис Онос, Антенна 7.